Совы, рысы и ежи в Екатерининском сквере завершились работы по созданию масштабного стрит-арта. Меньше 2 недель понадобилось Илье Демченко, чтобы превратить неприглядные стены гаражей в разноцветное полотно. Однако это не первое общественное пространство, которое кардинально изменилось в последнее время. Как было и как стало в городских парках и скверах, расскажем прямо сейчас. Илья Демченко дорисовывает последние штрихи. Масштабный стрит-арт длиной 150 метров почти готов. Теперь вместо неприглядной кирпичной стены из гаражей в Екатерининском сквере можно увидеть настоящее произведение искусства – уличного. Изображены рыси, лисы, бабочки, фирменные совы автора. Все из баллончиков с краской. Главная задача сделана. То есть показать людям, что стрит-арт – это как бы искусство, а не вандализм. Да? И привлечь как бы молодое подрастающее поколение, чтобы они видели, что это... Этим можно украшать. Масштабное граффити – финальный штрих в благоустройстве сквера. Это далеко не первое общественное пространство в Серпухове, которое изменилось до неузнаваемости. Вот так городская территория на Ногинке выглядела до масштабного благоустройства. Заброшенный пустырь и недострой. Теперь совсем другой вид. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Жарикова после сноса незаконно возведенного объекта на месте разбили сквер с лавочками, клумбами и освещением. Еще одно место отдыха для горожан должно скоро появиться и в Липецах. Здесь в советское время был парк. Последний год он оказался заброшен. До начала реконструкции местным здесь даже было страшно ходить. Теперь тут вовсю кипят работы. Вырубают сухостой, прокладывают новые пешеходные дорожки. Вскоре появятся фонари и лавочки. Люди давно хотели, чтобы это уникальное место было обустроено и было местом притяжения для отдыха всех жителей, молодых мам, детей. Вот. И, наконец-то, после встречи с Дмитрием Вячеславовичем, которая прошла зимой, вдруг эта идея стремительно стала осуществляться в жизни. Это какое-то чудо. Благоустройство общественных территорий в Серпухове под контролем главы муниципалитета. В этом году планируется привести в порядок и пешеходные зоны. Одна из них появится рядом с Нарой. Здесь уже расчистили берег и готовят площадку под дальнейшие работы.